Космический аппарат «Инсайт» завершил миссию на Марсе. Зонд перестал работать из-за накопившейся на солнечных панелях пыли. На Красной планете он пробыл 4 года в рамках программы NASA Discovery. За это время прибор смог определить основные границы раздела слоев Марса, составить их детальную схему, а также выявить сезонность марсотрясений. Планировалось, что аппарат проработает 2 года, но он продержался вдвое дольше. Сейчас на планете остаются Curiosity для изучения кратера Гейла, а также марсоход Perseverance, который исследует кратер Езера.